안녕하세요. 대한민국 순천향대학교 부속 부천병원의 국제의료협력 팀장 이유영입니다. Здравствуйте, меня зовут Ли Юйон. Я являюсь директором международного отдела медицинского центра Сунчонхян города Пучон.먼저 한국의 우수한 의료기관 중에 우리 병원을 소개할 기회를 주신 우리 협회에 대단히 감사드립니다. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Ассоциацию медицинского туризма и экспорта медицинских услуг за предоставленную возможность представить нашу больницу.잘 아시겠지만 한국은 의료법 개정을 통해서 2009년부터 의료관광 사업을 시작하였습니다. Как вы знаете, в Корее с 2009 года стали принимать иностранных пациентов на лечение. 우리 순천향대학교 부천병원 역시 2009년부터 러시아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몽골, 중국, 베트남 등 활발한 마케팅을 실시하였습니다. Наша больница также с 2009 года принимает на лечение пациентов из России, Казахстана, Киргизстана, Монголии, Китая, Вьетнама и других стран. 네, 외국인 환자가 우수한 한국의 의료 서비스를 빠르고 안전하게 받을 수 있는 시스템 구축을 위해서 계속해서 노력하고 있었습니다. С 2009 года и по сей день мы неустанно работаем и разрабатываем новые виды услуг для предоставления быстрого и надежного медицинского сервиса. 네, 그 결과 한국에서 러시아어권 환자가 가장 많이 오는 병원 중한 곳이 되었으며, 우리 병원이 가지고 있는 외국인 환자를 위한 장점 그리고 좋은 시스템을 오늘 소개해드리도록 하겠습니다. Благодаря этому наша больница стала лидером по лечению иностранных пациентов, и сегодня мы ознакомим вас с деятельностью нашего центра и расскажем об отличительных особенностях нашей работы. 네, 다시 한번 제 소개를 드리도록 하겠습니다. 제 이름은 이유영입니다. 저는 우리 병원 국제의료협력팀을 2017년부터 이끌고 있는 부서장으로서 러시아 극동연방대학교를 졸업하였습니다. Сейчас я хотел бы рассказать немного о себе. Меня зовут Ли Юйон. С 2017 года я являюсь директором международного отдела медицинского центра Сунчонхян. Я закончил Дальневосточный федеральный университет в России. 2009년부터 경기관광공사에서 러시아, 미주, 동남아시아권 관광 마케팅과 의료 관광 마케팅을 담당하였으며, Затем с 2009 по 2014 года я работал в корпорации туризма провинции Кёнги, где возглавлял отдел по международному маркетингу. 2014년부터 순천향대학교 부천병원에서 국제의료협력 업무를 담당하고 있습니다. В международном отделе медицинского центра Сунчонхян я работаю с 2014 года и здесь выполняю обязанности по международному маркетингу. 네, 원활한 강의 전달을 위해서 우리 병원의 임단학 코디네이터가 제 강의에 이어서 발표해 드리도록 하겠습니다. Далее мы продолжим презентацию на русском языке и будет выступать наш координатор Имдана. Здравствуйте, меня зовут Имдана. Я являюсь координатором международного отдела в медицинском центре Сунчонхян. В больнице я работаю с 2017 года. Медицинский центр Сунчонхян в городе Пучоне является одной из четырех многопрофильных больниц, которые входят в одну сеть, возглавляемую Центральным управлением и университетом Сунчонхян. Наша больница – это одна из 43 многопрофильных больниц высшего уровня в Корее. Мы являемся центром по предоставлению скорой помощи в регионе Кюнин. В нашей больнице 31 медицинское отделение, 23 специализированных центра, количество койко-мест составляет 928 единиц. На март 2020 года медперсонал больницы был представлен 229 врачами высшей категории, 139 врачами-ординаторами, 1110 медсестрами. Всего персонал больницы составил 2100 человек. Количество амбулаторных пациентов в год составляет 830 тысяч человек. Количество пациентов, находящихся на стационарном лечении, 290 тысяч. За это время было проведено 21 тысяча операций. По приведенным выше цифрам вы можете составить представление о масштабах нашей больницы. На слайде справа показано местоположение всех четырех больниц. Это больницы в Сеуле, Пучоне, Чунане и Куми. А далее я хотела бы рассказать об особенностях нашей больницы. Все больницы в Корее делятся на три категории.
для того, чтобы попасть на лечение в нашу больницу, которая относится к больницам высшей категории третьего уровня, сначала необходимо получить направление в больнице первого или второго уровней. То есть к нам попадают пациенты со сложными заболеваниями, такими как рак молочной железы, рак желудка, рак легких, рак кишечника и другими видами онкологических заболеваний. По всем основным видам рака наша больница каждый год успешно проходит аттестацию службы по проверке расходов на медицинскую помощь Государственного фонда обязательного медицинского страхования и получает самые высшие оценки. В том числе высшие оценки были получены отделением реанимации и интенсивной терапии, а также мы получили высшую оценку по лечению ишемического инсульта и по проведению аортокоронарного шунтирования. Еще одним достижением больницы является то, что в 2020 году мы заняли первое место по результатам опроса об удовлетворенности медицинским сервисом. Опрос проводили среди госпитализированных пациентов 154 больниц Кореи, в том числе туда вошли 42 университетских больниц высшего уровня. Еще одной особенностью медицинского центра Сунчонхян является удобное географическое расположение между международным аэропортом Инчон и Сеулом. Через Пучон проходит кольцевая скоростная трасса и две линии сеульского метро. Время проезда от международного аэропорта Инчон до медицинского центра Сунчонхян составляет 40 минут. Также рядом с нами расположен другой аэропорт Кимпо, и до него время проезда составляет 30 минут. В пешей доступности от больницы расположены гостиницы, торговые центры, центральный парк, метро и так далее. А следующей особенностью нашей больницы является то, что все сотрудники международного отдела являются постоянными работниками больницы. Поэтому у каждого пациента с момента обращения в нашу больницу и все последующее время наблюдает один ответственный координатор, к которому они могут обратиться в любое время. А также у нас предусмотрена система дежурств, согласно которой дежурный координатор находится на связи 24 часа в сутки. То есть госпитализированным пациентам услуги переводчика предоставляются круглосуточно. А также в нашей больнице действует система Fast Track, которая позволяет проводить приемы профессоров, обследования в кратчайшие сроки. Все четыре больницы, входящие в сеть Сунчонхян, имеют общую систему электронных медицинских карт, благодаря которой пациенты могут получать лечение в любой из больниц без переноса данных. А далее я ознакомлю вас с работой международного отдела больницы, основной задачей которого является полное сопровождение пациентов во время их пребывания в Корее. Работу центра координируют три профессора. Два профессора общей хирургии и один профессор отделения пластической хирургии. В обязанности директора международного отдела мистера Ли, который представился в начале презентации, входят разработка стратегий и инфраструктуры по работе с иностранными пациентами, управление маркетингом, а также административная поддержка. Замдиректор международного отдела занимается административными вопросами, бухгалтерией и статистикой. Менеджер по маркетингу занимается продвижением в соцсетях, различными маркетинговыми программами, а также вопросами по дополнительному сервису. А также сейчас мы проводим обучение медицинских координаторов, и за это у нас отвечает отдельный сотрудник. Штат международных координаторов состоит из 8 человек, которые осуществляют сопровождение амбулаторных и госпитализированных пациентов, отвечают на запросы, а также ведут пациентов, находящихся за рубежом. Всего штат международного отдела состоит из 13 сотрудников, деятельность каждого из которых точно определена. Высокая эффективность работы каждого сотрудника и всего коллектива как команды позволяет осуществлять огромный объем работы, при этом сохраняя высокое качество услуг. Мы считаем, что это и является основной особенностью работы нашего центра.
Наша больница ведет активную деятельность по развитию международного медицинского сотрудничества. Мы участвуем в международных конференциях и программах с различными организациями России, Казахстана, Монголии, Китая и других стран. Например, принимали участие в конференции Дальневосточного государственного медицинского университета. Проводили стажировку врачей из Казахстана, Монголии, Вьетнама и Камбоджи. Также мы участвуем в благотворительной программе «НАНУ», в рамках которой каждый год проводим бесплатные операции детям с рожденной расщелиной неба. При этом больница полностью оплачивает авиаперелет, гостиницу, питание и лечение пациента. В последнее время, в связи с тем, что есть много трудностей, связанных с приездом в Корею, такие как получение визы, прохождение карантина, отсутствие необходимых авиарейсов, мы проводим бесплатные видеоконсультации, осуществляем консалтинг, а также проводим прямые эфиры в соцсетях. До наступления пандемии коронавируса мы проводили концерты классической музыки во Владивостоке и Алма-Ате, на которые приглашали пациентов, их семьи, партнеров и всех желающих, имеющих отношение к больницам. На концертах выступали приглашенные из Кореи музыканты и оперные певцы. Как я говорила ранее, мы прикладываем все усилия на то, чтобы улучшить условия пребывания пациентов в Корее. До наступления пандемии 2 раза в неделю мы проводили туристические туры, предоставляли транспорт и гида для поездок в Сеул и на природу, а также предоставляли бесплатные билеты в аквапарк. В больнице можно купить сим-карты по очень выгодным тарифам, а внутри больницы работает скоростной Wi-Fi. Сотрудники международного центра всегда на связи с пациентами и в случае необходимости окажут поддержку с языковым переводом не только по вопросам лечения, но и помогут разобраться с бытовыми вопросами. Далее я расскажу о том, как осуществляется работа нашего центра с момента, начиная до приезда и заканчивая тем, как после того, как пациент уехал себе на родину. Мы проводим большую работу по маркетингу. В основном это мы работаем не напрямую с пациентами, а через наших партнеров или представителей, обычно это агентство. Мы изготовляем множество материалов о больнице, о проводимом лечении, о врачах, оборудовании, диагностике, чекап и так далее. Этот материал в печатном и электронном виде мы предоставляем нашим партнерам, а также размещаем в соцсетях. Когда к нам обращаются пациенты с запросами на лечение, мы стараемся дать ответ о возможном лечении в течение 24 часов. В большинстве случаев так и происходит, но иногда бывает задержка с ответом, и в этом случае мы даем ответ в течение 48 часов. В ответ на запрос входит информация о возможном лечении, примерная стоимость услуг, период нахождения в Корее, профайл врача и другая необходимая информация. Ответ предоставляем на бланках больницы, обычно отправляем по имейлу или мессенджеру. Тем пациентам, которые собираются приехать на лечение, мы помогаем получить визу, высылаем все необходимые документы, заказываем гостиницу, машину и так далее. То есть полностью подготавливаем их к приезду в больницу, сюда, в Корею. Когда пациент приезжает в Корею, мы встречаем его в аэропорту, помогаем заехать в больницу, в гостиницу и показываем окрестности, что есть рядом с гостиницей, а также дорогу до больницы. Во время лечения координатор не только выполняет роль переводчика, но и объясняет систему лечения, а также помогает получить назначение на ближайшее время. В случае возникновения сложных и непонятных ситуаций, если пациент недоволен работой больницы, координатор помогает пациенту разобраться в ситуации и получить ответы на все вопросы. По окончанию лечения координатор еще раз проверяет, вся ли работа завершена, пациенту предоставляется вся необходимая документация, заключение врача, результаты анализов, снимки и так далее. После завершения лечения координаторы помогают пациенту выписаться из гостиницы и заказывают машину до аэропорта.
После возвращения на родину мы можем организовать при необходимости онлайн-консультацию по текущим анализам, которые пациенты отправляют заранее. И также можем заказать и отправить почтой необходимые медикаменты. Это кратко о том, как проходит наша работа. На самом деле на каждом этапе есть множество нюансов, определенных тонкостей, и мы все это учитываем и делаем работу вот максимально хорошо, чтобы не было никаких непонятных ситуаций. Как я говорила ранее, мы неустанно работаем над тем, чтобы предоставлять пациентам сервис лучшего качества. Поэтому большинство пациентов остаются довольны, рассказывают своим родным и близким о нашей больнице. И благодаря такому сарафанному радио к нам обращается очень много пациентов, и количество пациентов из года в год увеличивается. Согласно проведенному опросу, больше 70% пациентов приехали в нашу больницу именно по рекомендации родственников или знакомых. Они по рекламе или о том, они нашли информацию о нашей больнице в интернете. То есть сарафанное радио играет самую большую роль. Девиз нашей больницы – это любовь к людям. Мы всегда придерживаемся этого понятия и относимся к каждому пациенту с любовью и заботой. На этом я заканчиваю нашу презентацию. Спасибо за внимание.